Творческая интеллигенция, непринужденные беседы, традиционные для книжных презентаций обстановка. Повод у такого оживленного собрания весомый. Муса Хадзиев, более известный в кругах литераторов, под творческим псевдонимом Кант Малуси, презентует сразу несколько своих книг: «Возмездие», «Ингушский дух», «Рыцарь Кавказа» и две книги из серии о Беке Ботове. У него и раньше были изданы книги, другие книги, а вот в этом году прямо вот несколько книг у него вышло. И это был красивый повод для нашей встречи. Многим лишь предстоит познакомиться с новыми произведениями Хадзиева, а библиотекари смогли сделать это в числе первых. Одна из презентуемых книг – «Рыцарь Кавказа» о Заурбеке Борове, ротмистре царской армии и генерал-майоре Персии. Это, пожалуй, одна из самых трудоемких работ автора. Информация о полном георгиевском кавалере собиралась по крупицам в архивах. Начав службу в ингушском конном полку Кавказской туземной конной дивизии простым всадником, он вскоре проявил себя хорошим стратегом, и его богатый боевой опыт войны в Персии весьма пригодился на австро-германском фронте. Зато с героем восьмитомника Беком Ботовым уже знакомы многие. Роман основан на реальных событиях, но повествует о жизни вымышленного героя, который воплотил в себе все черты идеального, на взгляд писателя, ингуша. Муса Хадзиев всегда рассказывает о выдающихся личностях, обычных людях с необычной судьбой. Вероятно, потому они так близки читателю. Очень интересная сюжетная линия. Ухамад Ильис Халлардыр, он в Петербурге, Дешевага, Цигичер Халлах Холожа, становление Илош Халлажва. С героем собирательной образе, с персонажем собирательной, очень интересно, действительно, есть место для подражания для подрастающего поколения. Такие положительные герои, они необходимы народу. Яркий и самобытный автор. Любовь к литературе зародилась еще в детстве. Начинал со стихов и небольших рассказов. И только 11 лет назад, по совету директора типографии, он написал и издал свою первую книгу «Становление». С тех пор им написаны 27 работ, а изданы 17. Ковид меня испугал, и я испугался, что не успею написанное издать, и издать раз 5 книг. Возможность подвернулась, спонсор нашелся, и издал я. Ежедневно, как говорил Антон Павлович Чехов, ни дня без строчки, каждый день пишу. Литераторы говорят, сила его произведения – это простой и понятный язык. Книги Мусы Хадзиева – это история о сильных духом людях, об их стойкости и героизме, а еще о трепетном отношении к своим корням, традициям и культуре. Близок слог автора и народному писателю Ингушетии Исе Кадзоеву. Единственный недостаток Мусы – это то, что он не пишет на ингушском, отшучивается Иса Аюпович. Начал должен был Алия Матьяу, доктор начал должен. Я здесь до Казнегижу, я зерхови, дайман, ши исутважу, я зерху, язи из генуа. У Муса имот ца имерс, ца хитсади, мот такошли, и такошли. Муса фуалгет, ши це гетти кварга здесь, шедерниха, айша, хабак должно штемить диоз. В завершении встречи автор передал экземпляры книг в дар Национальной библиотеки. Теплая обстановка знакомства читателей с новыми романами пришлась по душе как самому автору, так и его почитателям. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.